поселке Ленинский проживает чуть больше 100 человек. Здесь всего 3 жилых дома старой застройки. Однако об этой небольшой, но важной части муниципалитета не забывают. Местные жители встретились с временно исполняющим полномочия главы округа Дмитрием Обореновым и провели для него экскурсию по территории поселка. Из обозначенных проблем остро стоит вопрос улучшения жилищных условий и ремонт ливневой канализации, а также приведения в порядок сквера со стороны дома номер 3. В 2019 году в поселке уже проходило комплексное благоустройство по программе губернатора Московской области, и жители им остались довольны. В ходе встречи выяснилось, некоторые из существующих проблем можно решить уже в ближайшее время. Но остались и вопросы, по которым нужно провести серьезную работу, чем и займутся в администрации муниципалитета.